это дубль третий. Почему третий? Короче, первый раз мне дали МГ. Ну, то есть пиздел дохуя. Ну, за маты меня наругали. Хотя это РП-сервер, почему маты запрещены, я не понимаю. Как бы я взрослый человек, почему я материться не могу? В жизни же я матерюсь. Во второй раз как бы получилось так, что у меня звук не записался. Ну, мои косяки. Надеюсь, сейчас в этот раз все будет не так. Короче, суть данного видеоролика в том, что сколько я могу заработать попрошайкой. Буду просто вот приехал на центральный рынок, очень много людей. Буду у них попрошайничать. И как бы, ну, вдруг это топ-заработок. Может попрошайкой быть лучше, чем работать на всяких работах. Ну и давайте попробуем. Здорово! Здорово, пацаны, здорово, здорово, знаю, что уже надоел, третий раз сюда прихожу. У меня социальный эксперимент. Сколько может заработать попрошайка? Давайте, кто сколько может? То есть там тысячу, две, вы не обеднеете, я не разбогатею. У меня просто эксперимент. Могут ли бомжи рассчитывать на людскую человечность? Нет. То есть я смотрю, вот ребята все обеспеченные. Я постою тут на коленях, вот так вот. Бля, ребята, подайте, пожалуйста. И думаю, среди вас все-таки добрые люди найдутся и подадут бомжу. У меня эксперимент, чтобы там за час заработать хотя бы 100 тысяч. От души, братка. Уже трешка. Красавчик. Вообще респектую. Кто еще поможет? Ребят, давайте хотя бы по косарю. Вас тут человек, ну, много-много. Хотя бы каждый по косарю скинется, и я выполню эксперимент. Возможно ли заработать попрошайки? Как вы думаете, Тимон? Да, Тимоха, ты что гонишь, что ли? Какая десятка? Это много. По тысяче, по две. Кирилл, как думаешь, возможно ли заработать попрошайки на данном проекте? И как думаешь, сколько возможно заработать попрошайничая? Я думаю, 100к, как бы это вообще не вопрос. Я думаю, возможно, больше. Адекватных ребят много, и они помогут. У меня друг как миллион заработал. Да, я не первый, кто пробует так заработать. Я думал, я такой первый. Но... Что-то я раньше на ютубе не видел, что кто таким образом пытался заработать. Попрошайники. Мистер, с крыльями, как вы думаете, сколько возможно попрошайки заработать на рынке? Слушаю тебя, Томпсон. Тимон, давай рассказывай, что хотел. Нет, Тимоха, много-много-много, Тимоха, не гони. Я попрошайничаю по чуть-чуть. То есть ты слишком много даешь. Нет, Тимон, Тимон, много. Артур. Нет, Тимоха, ты чересчур много дал. Я говорю, каждый просто по тысяче, по две. Это эксперимент. Мне не надо, чтоб один человек много давал. Я стараюсь, чтобы каждый по чуть-чуть дал. Я вот подхожу к ребятам, общаюсь с ними. Я вот до Дракулы хочу докопаться. Мистер Дракула,
Такой вопрос. Как вы думаете, сколько попрошайка может заработать на центральном рынке, если я буду попрошайничать? Как думаете, 100 тысяч реально за час? Нет, 2 доллара это уже мне вон один Тимон дал, как бы уже больше 40к. Он не общительный, он вот он говно человек. Ребята, кто подаст Христа ради? Рубль, два, три. Как бы у каждого по чуть-чуть. У меня цель как бы заработать 1050 100, как бы попрошайничать. Кто чем может, ребята? Хотя бы 100 долларов уже будет вклад. Вот Тимон красавчик, остальные все говно. Шучу, шучу. Никого не оскорбляю. Просто пошутить как бы. Давайте песню спою. Хотите песню послушать? Давайте я песню пою, а вы мне деньги даете. Кто согласен? Сейчас сколько уже заработал? Жиган Лимон, мальчишка симпатичный. Жиган Лимон, с тобой хочу гулять. Сколько заработал? Сколько заработал? Уже 75к. Блин, купил. У нас Как бы эксперимент пока удачный. Это лучше, чем бегать там по всяким стройкам. можешь купить по-братски за 24К куклу? Не, ребят, у меня эксперимент, я ничего покупать не буду, я пытаюсь заработать. Блин, да я понимаю. Ну, типа, тебе уже 75К дали. Ну, я еще не все заработал. Давай еще у кого-нибудь попросим. Сколько тебе надо заработать? Но я хотя бы 100 тысяч пытаюсь заработать, чисто попрошайничая. Понятно. Да, Тимон? Да, в какую-то вступил просто на спавне, тип предложил в семью вступить. И, ну, как бы, думаю, ну, а чё, нет. Ну-ка, покажи. Хочу фокус. Да нет, дуру не гони, Тимон, мне уже неудобно. Тимоха. Ну нахуй. Тимон, Тимон, можешь у меня куклу Вуду купить по-братски? Мне Со уже сками неудобно, просто Тимоха, сходить. перед тобой. Ты слишком много даешь. Я же пытаюсь как бы у каждого попросить. Я помню, Можешь что хотя ты бы уже хороший 10К дать? человек. Можешь это 10К дать? Тимоха прям в топе, вообще отвечаю. Тимоха, Тимоха, только больше мне не давай, пожалуйста. Но это уже неудобно. Я же не ради этого, чтобы в натуре денег нашивать, а ради того, чтобы проверить людей. Есть добрые люди или нет? Я уже понял, что ты добрый. Там по периметру горят фонари, и одинокая гитара поет. Туда зимой не прилетят снегири, там воронье. В кованых решетках тюрьма, на заборе проволока, винтом выпью. Тимоха, тебе тоже удачи. Смотри, миллионером стану, вообще вот все тебе отдам.
Давай, не теряйся, братуха. Тебе вообще всех благ. Ты вообще самый лучший пока тут на проекте. Пацаны, пацаны. Басота. Может, кто подаст? Пацан нищий, вообще слезы на глазах. Кушать хочу хотя бы соточку долларов. Каждый по косарику, скиньтесь. Меня слушали. Ну смотрите, как суть моего видео выполнена получается. Я заработал 120 тысяч. Я вообще этому рад. То есть есть еще добрые. Вот мистер Тимоха, как бы он самый красавчик. В натуре нормальный тип. Вот бля буду, если раскручусь, я ему все бабки отдам. Будет у меня 100 миллионов, я ему 100 миллионов отдам. Потому что он один человек, смотрите, сколько стоит пидорасов. И хуй кто помог. Вот у меня баба... Блять, да я сейчас любому могу 120 тысяч отдать. Чтобы пацаны развивались. Давайте, всем удачи. Рад был с вами пообщаться. Если видео наперед, ну, пускай 50 лайков, то мы что-нибудь еще замутим, придумаем. Думаю, видос был интересный.